Бросаем примерно 80 грамм сливочного масла. Подсолим по вкусу. Одна столовая ложка лимонного сока. Можете немного подперчить. Я брошу немного красного острого перчика. У меня 0,5 кило гороха. Сюда же отправляем кунжут. Если у вас есть готовая кунжутная паста, то можете воспользоваться ею. По классике кунжутная паста готовится из кунжута, поджаренного слегка, из оливкового масла. И, в принципе, на этом все. На 100 грамм кунжута берете 1 столовую ложку оливкового или кунжутного масла. Я добавлю сюда немного растительного масла. Все замешиваю сразу вместе. Теперь это все нужно нам перемолоть блендером. Ребят, чуть не забыла, обязательно нужно добавлять чеснок. Я сейчас выжму прям готовую массу. Чесночок выдавлю. Можно добавить как хотите. Хотите поострее, добавляйте побольше чесночку. Я добавлю 5 зубочков. Добавлю 5 зубочков. Ну, а вы на свое усмотрение. Добавьте сколько вам по вкусу. И снова все перемолю. Вы видели, сколько у меня было отвара, я оставила его вместе с горохом, чтобы перемалывать. Но если хумус густоват, добавьте немного отвара из того же гороха. Я его слила предварительно и теперь могу добавлять столько, сколько мне нужно. Ну вот, наш хумус готов. Вот такой получился у меня консистенции. Если хотите более такое пожиже, добавьте еще немного сока. Мне такая консистенция нормально пойдет. Теперь перекладываем хумус в баночки или в любые емкости, какие вам удобно. Сверху мы зальем маслицем. Очень вкусный получился, я попробовала. Прям шикарный на вкус.
сверху польем маслом. Можно оливковым, можно растительным, чтобы хумус дольше хранился. Закрываем крышечкой. Ну вот такая вот банка у нас получилась. Такой хумус может храниться до одной недели в холодильнике. У меня получится две такие банки. Я смотрю, может быть, даже еще останется на еще какую-то небольшую емкость. Ну а если вам был полезен мой рецепт и мой ролик, не потрудитесь поставить лайкос и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе. Ну а я вам желаю по традиции хороших, удачных, вкусных рецептов. Всего вам доброго. Пока. Смотрите, что у нас получилось, какая красота. Чуть-чуть масла сверху. Чуть-чуть паприки для красоты. Так. Ну что, давайте попробуем. Давайте попробуем. Берем хлеб. Консистенция получилась нормальная. Держится на бутерброде и не сильно густая. Давайте пробовать. Вкуснятина. Ну реально вкусно получилось. На завтрак вообще самое то. Для того, кто на диете, это вообще самое оно, потому что это белковый продукт. Мы положили сюда еще и сливочное масло, поэтому вполне даже себе диетическое блюдо. Вернее, диетический завтрак. Для тех, кто находится именно на белковой диете. Все, класс. Теперь точно всем пока.